Здрасте. Погнали. О, ну, кстати... Блин, металл, надеюсь, побольше металлов будет вообще в этот раз. Кстати, вот этот баннер на лову, блин, вообще угарный. Блин, малой капец. Кайф. Металл, окей. Как я умудрился 3 кейса накопить легендарных, я не понимаю. На улице рейн, на душе пейн. И еще так хочется новый скин из ивента, а денег нет. Но есть выход! Теперь вы можете не тратить реальные деньги на игровую валюту и дополнения для PC и PlayStation. Все это можно приобретать на витрине Code4Game за бонусы от партнеров платформы. Используйте ваши бонусы и покупайте Apex Coins от 8 рублей за 1000 монет. На витрине постоянно обновляется контент и добавляются новые возможности для списания бонусов. Тратьте не деньги, а бонусы на code4game.ru по ссылочке в описании. О, еще баннер. Кайф. Обожаю золотые баннеры. Мне кажется, побольше надо в игру их ввести. Тут, кстати, в этот раз должно быть много всяких ивентовых кейсов. Это чё? А, это с текущего ивента. Ну, блин, такое себе, конечно. Я такая легендарок не будет, да, наверное, в этих кейсах? Эмоция. Кто-то вообще пользуется эмоциями и голоспреями? Интересно. Ну, ну, хотя бы одна легендарка будет, окей. Это чё? Это облик, что? В смысле? А, это в смысле мне дали опять фиолку из ивента, но при этом легендарку обычную. Ладно. По-моему, где-то меня обманули. А, это что такое? А, это кейс на день рождения Апекса. Ну, окей. Ладно. Кейс Валькирия. Супер. Да, тяжело. Случай из 3 кейсов за... Сколько они там? По 700, по-моему, каждый стоит. Выпало 3 эпика. Круто. Оно того однозначно стоило. О, нифига себе. Сейчас на вальку что-то, по идее, должно быть, да? Ох ты. Прикольный скин, кстати. Но мой покруче. Так, это Ватсон теперь. Капец, у меня говна всякого накопилось. Ну, конечно, фиолетовый будет голоспрей. Это ж так круто. Интересно, Лего на нее выпадет или нет? О, еще голоспрей. Больше, пожалуйста. Обожаю голоспрей. Мне Лего не выпадает. Ну и хрен с ней. О, ну вот это прикольно, поэтому ладно. Это приемлемо. Конечно, эпические скины прям круто. И на бангу тоже леги не будет. Не, ну у меня теперь прям этих эпиков хоть в музей выставляй. Две синьки, что? В смысле? Супер. Из этого ивента у меня даже легендарки нету и эпика. На, канал Лего, окей. О боже. Я не знаю, как это прокомментировать. Еще один голоспрей можно, пожалуйста, легендарный. О, баннер, не, ну... Баннер это да. В какой момент Апекс немного... Да ёб твою мать, у меня, ну... Реально вот, ну, нечего выпадать, да? Нечему, точнее, выпадать, кроме этих голоспреев, серьезно? Больше голоспреев. Богу голоспреев.
Это трындец вообще. Ладно, все, теперь уже обычки пошли. Из всех ивентов мне выпали only эпики и рарки. Ни одной леги. Неплохо. Баннер, да? А, нет, нифига себе. Какая-то хрень, но ну, хотя бы не баннер. Так, статистика. Ага, неплохо. Ух ты, жестко. Голоспрей, пожалуйста. Ну, в принципе, поза как бы окей. Угу. Ну, прикольно. Мне интересно посмотреть хотя бы на одного человека, который реально кайфует от, от эпических скинов в этой игре. И от голоспреев примерно на одном уровне все находится. Так, о, кстати, блин, кстати, страж крутой вот этот. Пусть будет. Смотрю, как будто киндер-сюрприз открываю, но мне кажется, ценовая категория немного разная. Проще реально пойти киндер-сюрприз купить, и у тебя будет как минимум что-то физичное, чем можно на полочку поставить. Окей, неплохо. Что-то легендарок дохрена. Ух ты. Это шо такое? Ладно, пусть будет. Легендарки прям довольно часто падают. Другой вопрос в том, что их качество на уровне общественного сортира какого-то. Есть хилл на крипта? Нет. Откуда? Я бомж. В свете последних событий, я думаю, много кто бомж. Ну вот это прямо баннер. А нет, даже казнь, нифига себе. Это, кстати, такая хреновая казнь вообще. Мне больше нравится стандартная. Релик падал уже, да, мне падал релик год назад. Во, вот это уже по-нашему. Это чё? А, эмоция. Окей. В Апексе, конечно, прям очень много моментов, когда можно юзать эмоции на персонажей. А сколько там кейсов осталось, кстати, между тем? 22, окей. Половина еще. Кейсы лагают, но это нормально. У меня еще минус 20 кейсов просто пропадет в никуда. Респавны скажут, ну, блин, извините. Проблемы на сервере. Ух ты. Жестко. Два голоспрея. Ну, почти. Ну, окей, в принципе, прикольно. Не, на самом деле, вот эти какие-то позы, они бывают интересные. Но, мягко говоря, не всегда. Ладно.
Неплохо. Но я думаю, на этот день я уже ограничусь всеми легендарками, которые мне попадали. Я думаю, респауны уже немножко там подкрутят сейчас рандом в обратную сторону. Мне кажется, или количество волос с боков уменьшилось. Да, я просто перенервничал после пары открытий. Ладно. Ну вообще, по идее, мне еще должна одна легендарка выпасть. Чисто по количеству кейсов. Она вроде падает раз в 20 кейсов. Поэтому одна еще, думаю, должна быть. Что-то легендарка какая-то немного другого цвета, по-моему. Но нет, с визом покруче. Понятненько, ну, добро пожаловать в клуб Голоспреев. Ну и как обычно, в последнем кейсе ни хрена не будет. Это прям классика уже. Не знаю, что сказать. Ну, 1200 металлов нападало. В принципе, на легендарку какую-то хватит. Это капец. В очередной раз убеждаюсь, что покупать кейсы в Apex — это немного не то, чем надо заниматься вообще.